Привет всем знакам зодиака! С вами снова я, Милена, и наша еженедельная рубрика «Гороскоп с Миленой». Чего ждать, к чему готовиться и как действовать каждому знаку зодиака? Сейчас узнаем! Овны. Вас на неделе может одолеть желание всем все доказать. Действуйте на свой страх и риск. В выходные наберите сил. Скоро начнется период повышенной активности. Тельцы. В субботу ловите свою удачу. Если вы долго не решались на какие-то перемены в своей жизни, звезды говорят «пора». Попробуйте что-нибудь новое из еды или одежды и купите, наконец, то, о чем мечтали. Близнецы. Вам не рекомендуется никаких активных действий. Постарайтесь ни в чем не спешить. Тише едешь, дальше будешь. В середине недели эмоциональный фон будет немного взбудораженным. Рекомендуем переключиться на физическую активность. Раки. Если на вас нападет чрезвычайно творческое настроение, в эти дни не сопротивляйтесь ему. Даже если кажется, что времени на занятия творчеством нет или у вас недостает навыков, просто делайте все, что вы делаете, вкладывая в это душу и сердце. Львы. Если кто-то из вас в последнее время чувствовал скуку и уныние, знайте, скоро вам даже присесть будет некогда. Рекомендуем воспользоваться этими днями, чтобы составить план действий до конца года. Девы. Туман рассеивается, и в голове в том числе. Конечно, до идеала еще далеко, но включаться в задачи, требующие точности, станет легче. А во второй половине недели не позволяйте эмоциям брать верх над разумом. Весы. Градус вашей ответственности повышается. Возможностей расслабиться будет не так много. Внимание потребуют бумажные, финансовые и семейные дела. Ключ к успеху – грамотно распределить свое время между всеми задачами. Скорпионы. В эти дни звезды предлагают вам побыть идейными вдохновителями. Кого и на что вдохновлять, тут выбирайте сами. Также для вас начинается неплохой период налаживания личной жизни. Стрельцы. Уделите особое внимание букве закона. Если вы как-то участвуете в юридической тяжбе, постарайтесь не лезть на рожон. Если же эта тема для вас не актуальна, рекомендация общая. Соблюдайте общеустановленные правила. Козероги. Для вас наступает период удачи. Энергию у вас хоть отбавляй, так что делайте все, что считаете необходимым. Одно предупреждение – никакой агрессии, особенно в конце недели. Водолеи. Неделя может пройти достаточно спокойно. Если жизнь не предлагает вам никаких срочных дел, не придумывайте их себе сами, лучше просто отдохните. Рыбы. Не рекомендуем планировать каких-либо масштабных или значимых дел на эти дни. Высока вероятность совершить досадные промахи и потом потратить время, силы и даже финансы на то, чтобы все переделать. Прогноз был подготовлен астрологом Мариной Мироновой. А с вами была я, Милена, и до новых встреч!